Как установлено в судебном заседании, мужчина 25 июля 2021 года в вечернее время, находясь в должности стрелка Оренбургского отряда ведомственной охраны и выполняя возложенные на него обязанности по охране грузового состава в количестве 3 цистерн, брошенных на станции Халилово Южноуральской железной дороги, в нарушение требований федерального закона о ведомственной охране и своей должностной инструкции, самовольно покинул пост, удалившись в помещение дежурной по станции. В результате небрежного отношения обвиняемого к службе, 3 несовершеннолетние девочки смогли беспрепятственно подняться на крышу одной из цистерн, чтобы сделать селфи, после чего были травмированы разрядом электрического тока контактной сети. Вследствие полученных травм одна из девочек скончалась, 2 причинен тяжкий вред здоровью. Суд признал подсудимым виновным по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии поселения.